Did you hear that? You can stop with the act. In my town, we had a game called the Squid Game. А у нас не было такой игры. Обманул, блин. Инспектор Роял. For whatever reason, we called that the Inspector Royale. Майку порвал зачем? Ну, все, сейчас придет домой, мамка таких люлей не дает. Victory. Если честно, я не очень понял правила этой игры. No. Remember? Гайонг's birthday is today. Я видел его в мемах. Это получается один из главных героев, да, этого сериала? Give me some more, huh? Oh, I'm broke. What are you talking about? I gave you everything I made chauffeuring. Oh, please. The petty change? Финансовая проблема у парня, да? Да, вот я что-то такое вот слышал. То, что там с деньгами что-то связано. Там долги какие-то, что ли. Че, это заначка, что ли? Ничего себе. Это эмоции, конечно, у них. Он поставил деньги, что ли? Сейчас проиграет, да? Все, просрал все деньги. А у него там еще вроде кредит, да? Или чего? Что-то было там такое. Я слышал. Вторая попытка, давай. Ну, наверное, тоже опять проиграет. А, выиграл, что ли? Ну, он, конечно, хорошие эмоции выдает. А, это еще кто такие? О, все. Я ее тоже видел в мемах. Кто это такие? А, он им деньги должен. С ним все нормально? Балтимор. Наш любимый кетчуп. Чего, блядь? Нет! В смысле, а куда у него деньги-то пропали? У него уже были деньги там в кармане. Наверное, что-то пропустил важное. Он что, с ума сошел? Вот это он зря, конечно, но сейчас он еще получит. А почему игрушки? Он что, пытается... Хочет потом их на рынке продавать, что ли? Ничего себе, он профи. Мальчуган. А где курица? Курицы нет. А, подарок, точно. Чего?
В смысле? Да, это зажигалка обычно. Я уж подумал настоящая. Hey, don't smoke of it, though. Oh, come on, I'm clean now. All right. I'll make sure I stop smoking for real. And we'll see you next year. I'll get an awesome person for you, okay? Да, он, наверное, обещает, да, своей дочери. Обещает, а потом ничего не меняется. О, тоже знакомый человек. Да. Hello, sir. Он, наверное, сейчас что-то ему предложит, да? Такой деловой человек. Listen, а пистолет не настоящий. Played Doc G before, right? Play a few rounds of Doc G with me, and each time you win, I'll pay you 100,000 won. Wait, so if I hit your Doc G and it flips over, I get 100,000 won. How about you use your body to pay? A what? Ну, кстати, я помню, у нас тоже были такие вот фишечки. Я помню, мы кидали их, и они должны были перевернуться. Вот тут, походу, то же самое, да? А для чего он это делает? И он продолжает играть. Зачем? Ну! Выиграл. Первая победа, да? Ну, выиграл на зерна, что он получит-то. You know, sir, there are other games like this where you can make even more. Come on, it must sound tempting. А, я понял, да? Он предложит ему, получается, вот поиграть в ту игру кальмаров. Кошечка. Сейчас покормят ее, да? Ну, ты молодец. You hungry? Huh? You have to finish it, okay? I got that with money I made getting slept, so enjoy. This money is stolen? I didn't steal anything, Mom. I earned it all. I worked, okay? All day I worked my hands and face off to earn this money for us. Ну, как бы, конечно, будут подозрения. Gosh. Он тем более игроман, да? О. You gave me your business card earlier. Do you wish to participate in the game? If you wish to participate, please state your name and birth date. Ooh. Как все официально у них там. Ну что, сейчас начнется, ребята. Я подозреваю, что да. Увезут его сейчас. Усыпляют всех. А, ну они типа делают это для того, чтобы они не увидели маршрут, да, куда они поедут. Чтобы все было прям очень скрыто. Вот это масштаб. О, дед. Я тоже видел. Вот с ним очень часто было приколы всякие. Очень часто. Он какой-то странный. Hold on. Where was I just then? That means you were given the number one. And I'm... No. I'm the last. Ничего себе. Первый и последний. I know that too. The doctor said there's a lump inside of here. Growing every day. Your head? Oh. Brain tumor. Ну, чувствую то, что я... За 2 или 3 дня посмотрю этот сериал. Ну да, получается, у всех, у этих людей проблемы с деньгами, да, с финансами. И вот они решили поучаствовать, тоже приехали сюда. Ну чё они не разнимают-то? Помогите кто-нибудь. Чё они стоят и смотрят? Боятся его, что ли? Ну вот правильно, наконец. А, это она украла, получается.
Да, я помню, он проходил мимо нее там. Me? А этот сразу подписывал, да, наверное, ничего не прочитал. Ну что ему терять, у него как бы опухоль мозга. О, первая игра. Интересно, что там. Хорошо вышел, да? Вы тут кто такой? Кто он? Кто? Мне кажется, тут какой-то по-любому должен быть подвох. Не все так просто. Вот, допустим, какой-нибудь... Будет, да, один победитель. Но... Мне кажется, это обман какой-то. Интересно, старик. Капец, нахер. Сразу же, да, в первой игре столько людей отсеиваются. Из-за паники. Они потому что ведь не понимали, да, что вообще будет происходить. Старик всех вперед повел. А, добил ее все-таки, а? Старик вообще там стоит, балдеет от этого всего происходящего. Какой он радостный просто. А он спас его. А он хороший, да? Хороший герой, положительный. А, все? Блин. Да это жесть просто. Ну что, ребята, посмотрели мы первую серию. Было очень много какого пролития, таких вот сцен, да? Там прям все разлеталось. Как в рекламе виноградного сока Grey 7. Вот реально, я прям вспомнил. Мне уже интересно посмотреть вторую серию. Я думаю, что там уже будут подробно раскрывать героев, да, их характер и все в этом духе, их отношения, да, ко всему этому. Для меня еще загадка, это тот человек в маске, который смотрел на все это. Скорее всего, он является организатором этой игры. И мне пока что непонятно, какую он цель вообще преследует. Для чего ему это вообще нужно? Надеюсь, вам понравилась моя реакция на эту первую серию. Спасибо огромное за просмотр, ставьте лайк и всем пока. Встретимся в следующем видео.